Всем привет. Блять, мокрый весь. Такое ощущение, как будто бы вернулся в детство, блин. 2001 год, 133-я Аскания, которая с молодняка ехала на Степной. Олегу привет, конечно. Вот, где не было ни одного открывающегося окна, где постоянно не работал кондиционер. И когда на улице было 32-34 градуса, в этой Скании под 40, в общем, ехал как в сауне. Приезжаешь на Степной и выкручиваешь футболку, потому что она полностью мокрая. Вот, то же самое сегодня было в Москве. На улице 27, а внутри салона трамвая плюс 30. Потому что не работает кондиционер, и открытые форточки вообще не спасают. Вот такая вот жесть. Просто ностальджи. Легче идти пешком на работу, чем ехать и приехать полностью мокрым. В общем, как-то так. Приятно окунуться в детство, да? Всем пока!